Вообще, вы знаете, я не представляю жизнь современной женщины без брюк. Они нам нужны. В гардеробе каждой женщины должны присутствовать все детали. И юбки, и платья, и брюки. Вот эта нижняя база, брюки Луиза, меня впечатлила, когда наши модели надели на себя эти брюки. Я хочу сказать о них следующее. Не только расцветки выделяют их из всех остальных моделей, но еще и невероятный эффект стройности. Чем хороши наши брюки и почему сейчас, сегодня вы обращаете на них внимание? Многие женщины, когда наступают холода, выбирают брюки для того, чтобы утеплиться. Наша ткань, текстильное, трикотажно-вискозное полотно позволит это сделать. Многие женщины любят носить брюки, утягивающие формы, и наши брюки Луиза сделают свое дело. Я покажу вам, дорогие друзья, насколько эти брюки эффективны. Я уже перечислила столько плюсов, а сейчас, внимание, самый главный жирный восклицательный знак. 999 рублей. Меньше 1000 за базовую модель, с которой вы не расстанетесь 3 сезона. Осень, зима и весна. Ну что ж, поехали выбирать расцветки и ваш размер. Кстати, размеры от 50 до 60. Мне очень нравится, когда наши дизайнеры предлагают вам варианты выбора расцветок, и это всегда радует. Помимо черного цвета у нас присутствует зеленый цвет, темно-синий, оттенок бордо, ну и, конечно же, классический черный. Вы знаете, я что заметила? Сегодня дизайнеры как бы не любили вас украшать и добавлять в гардероб яркие краски, черный присутствует всегда. Поэтому, если в вашем гардеробе до сих пор нет черной модели брюк черного цвета, пришло время купить. У меня бывают такие случаи, когда я надеваю на себя брюки, и я понимаю, что я в них стала другая. Это визуальный эффект стройности, который женщины обожают. Любая женщина мечтает об идеальных формах. Но я уже всегда вам говорю о том, что любите себя такую, какая вы есть. Наша одежда поможет вам по-другому на себя посмотреть. Давайте посмотрим на ткань, и вы убедитесь, что эта ткань необычна. Для женщин с богатыми формами дизайнеры предлагают трикотаж. Его преимущество в эластичности. Давайте вспомним, когда брюки тянутся по всем направлениям, эта техника называется B-stretch-эффект, когда волокно, соединяясь с составом ткани, позволяет тянуть эти брюки в разные стороны. Брюки не теряют своей формы, это очень важно. А главное, в этих брюках вы будете в потрясающей форме. Я сейчас хочу пройти к нашим девочкам и продемонстрировать вам эффект стройности. Марина вам показывает свои стройные бедра, так же, как и Виктория. У Вики 48 размер. Советую женщинам, у кого широкие бедра и есть секреты в области животика, внимание, вот эти брюки лучше выбрать на размер больше. Всегда, когда есть какие-то излишки, их лучше прятать за свободной моделью. Благодаря широкой эластичной ленте, благодаря упругой ткани вы себя не только утягиваете, но и подтягиваете. Мариша, повернись боком. Вы знаете, многие женщины со временем замечают, формы начинают опускаться вниз. Задача их подтянуть, и тогда фигура будет казаться намного стройнее. Так вот, благодаря нашей ткани вы подтянете свои формы, вы утянете свои формы минус 2 размера, благодаря эластичным лентам и современным материалам. Давайте еще раз посмотрим на вашу стройную фигуру. Многие женщины с формами уже давным-давно отказались от пуговиц и от молний. Здесь они не нужны. Вы надеваете брюки, они вам хорошо поднимают все формы вверх и утягивают все внутри за счет эластичной ленты, за счет эластичной, плотной, упругой ткани и, конечно же, фасона. Я перечислила 3 кита, на которых держится наша идеальная фигура. Так вот, мои дорогие, этого вполне достаточно, чтобы уже визуально потерять несколько килограммов.
999 рублей. Меньше 1000 сегодня вы вкладываете в себя, в свою красоту и в свое здоровье. Когда вы надеваете брюки и понимаете, что в области талии у вас все как-то увеличилось, значит, там неправильная конструкция. При правильной конструкции обязательно обращайте внимание на заднюю часть брюк. Я вам показываю кокетку. Эта кокетка просто необходима. Скроена она по косой. Она забирает в 8 раз больше эластично, чем сами брюки. И она-то является вашим корректором. Она моделирует вашу талию. Вы можете представить себе, сколько сантиметров? 15 сантиметров высоты. Именно 15 сантиметров высоты самые проблемные участки в фигуре женщины. Это как коррекционное белье, где сделаны акценты на каждый сантиметр. Вот, вот ваша идеальная фигура. Марина носит 52 размер по объему бедер. Если у вас прямоугольный тип фигуры, узкие бедра, берите размер в размер. А если у вас широкие бедра или есть секреты в области талии, советую выбрать брюки Луиза на размер больше. У нас очередь в колл-центре, поэтому, дорогие наши модницы, всем не терпится выбрать эти брючки. Давайте представим, куда мы наденем эти брюки и куда мы в них пойдем. А сейчас представьте, какой фурор вы произведете на своих коллег. Вы такая вся красивая и стройная, приходите на работу, и вы в центре внимания. Ну, не удивляйтесь, если каждый будет к вам подходить и спрашивать, какую диету ты выбрала, сколько ты на ней сидишь. Друзья мои, брюки Луиза – это действительно фантастика. Помимо хорошей, упругой ткани и то, что они вас утягивают, никакого дискомфорта вы не будете испытывать. Иногда бывает, надеваешь вещь, и она давит. Вот эта ткань правильной конструкции и правильного плетения никогда не позволит вам испытывать дискомфорт. В этих брючках вы можете просто даже спать, отдыхать на работе. И поверьте мне, ваша фигура будет с каждым днем выглядеть стройнее. Мы измерили для вас брюки Луиза. Их длина 107 сантиметров, но фасон брюк, зауженных к низу, позволяет носить их с короткими ботильонами или сапожками. Вы можете не смущаться, если у вас небольшой рост, носить эти брючки, а внизу будет небольшая сборка. Это сезонная вещь, и я уверена, что ваша осень будет яркой, стройной и комфортной.